прошлых своих видео я говорил о разных способах колки дров, от колки одной рукой до позабытой техники. Но кроме этого важно понимать, куда мы направляем свой удар, когда бьем по чурке. Потому что древесина может быть разная, и также кроме обычных чурок могут быть чурки с сучками или комель. А наша цель за короткий промежуток времени расколоть как можно больше дров и потратить для этого как можно меньше сил. Если у нас, например, чурки, ну такие маленькие чурки, ну для этого достаточно даже топора, да, ударить по центру. Но если чурки побольше, можно такие тоже топором расколоть, средние чурки. Но уже лучше взять колун. Чтобы как побыстрее расколоть такую чурку и было удобнее, то лучше всего здесь бить на плахи. Ну, примерно 7 сантиметров толщиной. Как бы мы делаем что-то вроде досок, да? Ну, здесь, например, такую толщиной можно на три части. Три плахи. Можно и 4 сделать. Ну, я думаю, посмотрим сейчас. Можно и достаточно и 3. Да, делаем такие плахи, да. Разбиваем и уже потом разбиваем как на доске. Ну, здесь еще, наверное, ударим. Далее топором. Но, конечно же, не все можно расколоть так. Потому что, если попадется чурка с сучками, ну, в таком случае это не поможет. Да, этот самый быстрый способ колки дров одной рукой. Ну вот взять, например, вот или вот, ну неважно, вот эту, да. Тут вон мощные сучки. В таком случае, когда попадается чурка с сучками, тогда уже не поможет способ по центру, не поможет на плахи разбить, да. Надо сучки... обходить сучки нам. То есть бить между сучками. В каких-то случаях, ну, здесь еще можно обойти сучок, да, здесь. Хотя с этой стороны здесь попадается, да? И надо бить так, чтобы обойти все эти сучки. Примерно так. Здесь у нас получается вот сучок, и он лучше бить, да, так. Сучок вниз будет смотреть, так проще расколоть. Если мы бьем по сучку, лучше бить, чтобы сучок вниз смотрел. Вот, трещина пошла, он вниз. Если бы было наоборот, отсюда били, то мы замучились бы разбивать его. А тут достаточно, наверное, 2 ударов. Вот. Расколол. То есть обходим сучки. Когда чурка с сучками, мы их обходим. Но бывают еще и чурки, которые комленые. Но в таком случае лучше бить по краям. Комель обиваем по краям. У меня, к сожалению, нет березового. То есть, но его искать надо. Это было бы лучше, конечно, показать. Вот маленький есть осиновый. Конечно, его можно и так разбить, но для показа просто.
если березовый большой, его только по краям разбить можно. Ну, получается, что очень важно также, куда мы направляем свой удар. Если мы хотим потратить как можно меньше сил, расколоть быстро, наколоть как можно больше дров. Так короткий промежуток времени. Ну, еще хочу сказать, что чурки с сучками и комель быстрее раскалывают тяжелыми колунами и проще. Так что спасибо за внимание. Ставьте оценку, пишите комментарии, делитесь со своими друзьями. И хочу сказать, что я всегда читаю ваши комментарии. И хочу сказать даже больше. Многие видео, которые я снял по поводу дров, это именно благодаря вашим комментариям. Так как цель моя была снять только 2 видео по теме дрова. Но снял по много раз больше. Хотя, возможно, это последнее видео по этой теме. Так что до скорой встречи!